самом деле я уже 5 раз на этом фестивале, который проходил в городе Анапа, в городе Москва, и уже 3 года или 4 проходит в городе Ростов. Я 3-й раз в Ростове. Так получилось, что я была ведущей, была журналисткой на этом фестивале, но ни разу не была конкурсанткой. И в этом году, так как я занимаюсь вокальной деятельностью, активно в своей стране гастролирую и выступаю, мне захотелось представить себя и как вокалист, почему бы и нет, в общем-то, встретиться со старыми друзьями. Ну и вот я здесь.